В сентябре в рамках международного форума пройдет круглый стол «Карта МИР» на рынке безналичных платежей. На нем предполагается обсудить правила и тарифы первой национальной платежной системы. Начало ее выпуска запланировано на декабрь. Как ожидается, карта будет приниматься на всей территории России, позволит совершать все типовые операции. Снимать наличные, оплачивать покупки в торговых сетях, осуществлять бесконтактные и мобильные платежи. Как сообщалось ранее, 13-й международный банковский форум «Банки России. 21 век» состоится со 2 по 5 сентября в Сочи. В его рамках пройдет банковская конференция, а также круглые столы по актуальным проблемам банковской практики.